Здравствуйте, подписчики и гости канала. Сегодня в магазине Ами Мебель, который находится по адресу проспект Независимости в торговом центре Спектр. Посмотрим, какие есть скидочки и какой появился новый товар. Давно уже не снимала в этом магазине. Смотрите, какие прекрасные наборы столовых приборов. Они состоят из 4 предметов. Такой набор вам обойдется. Первый обойдется в 39 рублей, следующий обойдется в 29 рублей. Здесь 24 прибора в каждом. И следующий также 39 рублей. Смотрите, просто замечательные наборы. Вот. Также есть и наборы ножей. Обойдется такой наборчик вам 26 рублей. Это производство Китай. Есть наборы такого плана в стаканчике, черные и белые, очень много ножей, хорошая заточка, пластиковая ручка, стаканчик также из пластика. Набор черный обойдется вам в 25 рублей 70 копеек. Здесь, значит, в составе, как вы видите, подставка и 5 ножей. Следующий такой же, только в белой расцветке. Лезвие ножей также в белой расцветке. Очень красивый набор. На Китай 31 рубль обойдется вам. Покажу цены вам поближе. Также есть и более бюджетные варианты за 19 рублей. В деревянной подставке в комплекте также идут ножницы для рыбы. Великолепный набор. И по акции. То, что мы любим, как говорится. Набор столовых ножей есть и за 39 рублей. Следующий вот этот вот набор на магните. 29 рублей. 6 предметов. Ну, понятное дело, Китай. И в самом углу продают чайники заварочные. Прелесть, просто очень легенькие они. Крышка плотная. Значит, носик у нас, сеточки здесь нету, они стеклянные. Также сейчас по акции это чайничек 1 литр 15 рублей. Следующий чайник это 1,5 литра 25 рублей по акции. Заметьте. Продолжаем наш разговор. Набор столовых приборов 27 рублей 80 копеек. Насадки из силикона, как венчик также из силикона, ручки из дерева, подставка металлическая. Он есть в таком серой расцветке. Еще раз повторю, 27 рублей 80 копеек. Смотрите, какой прекрасный, интересный. Не видела еще такого, ланчбокс, да. Здесь в крышке можно спрятать ложечку и вилочку или другие столовые приборы. Он из пластика. Производство Китай. Также есть и секция внутри. Сейчас посмотрим. Пытаюсь его распаковать. Значит, сбоку есть зажимы, посередине он в желтом цвете, внутри видите такой разграничитель есть пластиковый. Обойдется он вам в 11 рублей 80 копеек. Ну, прекрасно, мне кажется, можно даже, может, такой маленький подарок кому сделать для тех, кто работает. Замечательный ланчбокс. Минажница квадратная по акции с дерева. Люблю очень такие предметы. 17 рублей обойдется вам. И есть еще также подставка декоративная. Просто прелесть. Она из металла. Смотрите, какая ручка деревянная. Красота. Ее можно повернуть. Даже необходимое вам направление. Обойдется 34 рубля. Она стоит. Рядом с матрасами продают также и термосумки. Обойдется она вам 22 рубля 60 копеек. Она представлена
также в разобранном виде, можете посмотреть, подойти. Липучка очень плотная, это термосумка, то есть она стоит своих денег, 22 рубля, не жалко будет отдавать за такую термосумку. Есть также и замочек внутри, она профольгирована, есть и ручка крепкая, ничего не скажешь, замечательная. Сейчас цена на набор для выпечки, это силиконовый коврик идет в наборе, также нож из пластика, обойдется он вам в 7 рублей, размер коврика 40 на 60 сантиметров, размер ножа 22 на 4,5 сантиметра, это производство Китая, в магазине Фикспрайс, как-то сейчас пропали такие наборы, и также силиконовые коврики. Наверное, не выйду с этого отдела, пока вам все не сниму. Набор салфеток здесь 6 штук. 6 штук обойдется вам 11 рублей. Расцветки быстренько полистаю, пошуршу. Размером 28 на 43 сантиметра. Крышечка по акции. Сейчас смотрите, какая классная, просиликоненная. Ручка также. 19 рублей, размером 29,2 сантиметра. Это крышечка. Много очень сковородок. Это сковорода 26 сантиметров. Высотой 5,5, 49 стоит. Следующая 43. Ручку можно снять этой сковороды. Сейчас посмотрим. Также она подходит для индукционной плиты. Сковородочка имеется, антипригарное покрытие, и очень много различных кастрюль. Чугунная, размером 26,5 сантиметров, 59 рублей, с крышкой обойдется нам. Это производство Китай, и следующее также производство Китай, красное, 69 рублей. Следующий казан 79 рублей и красный 55 рублей. Ну, для тех, кто ждал скидку на бассейн, бассейны сейчас по скидочке 299 рублей. Размерчик также представлен на экране. Голубиной размер будет 3 метра. 3 метра 50 сантиметров, я так понимаю. И хорошая сейчас цена. Кто очень хотел бассейн, присмотритесь. Короб дом сейчас также по акции 15 рублей. У кого есть малыши, есть ванна складная. Имеется термометр встроенный. Сейчас поближе подойду. Можете посмотреть. Встроенный термометр. Также силиконовая такая заглушка, она, я так понимаю, складывается вот по бокам, это силикон, как силиконовые складные тазики, очень легкая, обойдется вам такая ванна 52 рубля 70 копеек, размером 80 на 49 на 25 сантиметров. Вот, возможно, кому-то такая ванна пригодится, как большой тазик складной. Я пробегусь, покажу вам диванчик. Диван Браво 512 рублей. Он идет по акции лета сейчас. Размер дивана подойду поближе, вам покажу. Уже не буду озвучивать. Это еврокнига. Также поближе вы можете рассмотреть обивку этого дивана. Чуть-чуть отойду подальше, чтобы вы имели представление общее о конструкции этого дивана. Это еврокнига. Следующий за ним идет диван, тоже по акции лета, 499 рублей, сити. Он идет в такой расцветке темно-серой, с четырьмя подушками, две посередине, две по бокам. Неплохая цена, в принципе. Следующий диван. Супер цена, 597 рублей обойдется вам этот диван. Также
поближе вам покажу размер этого дивана, чтобы вы понимали. И идет 4 подушки, 2 декоративные и 2 большие подушки. Декоративные также вам покажу поближе, чтобы вы понимали цвет ткани, качество ткани. 597 рублей обойдется вам этот диванчик. В принципе, очень даже неплохой. И следующий. Тут идут уже 5 подушечек. Он также идет по акции лета. 668 рублей обойдется. Он в коричневой расцветке. Такая расцветка не маркая. Размер покажу вам поближе. Это диван, кровать. Тоже Еврокнига. 5 подушечек. Подлокотники, это мягкий диван. Посмотрим. Упругие. Достаточно хорошие пружины в этом диванчике. Следующий диван Палермо. Он в таком коричневом, даже как это сказать, предыдущий был более коричневый цвет, насыщенный, а тут такой бледно-коричневый. Камера, в принципе, не совсем передает цвет этого дивана. Очень плохая цена. Его 730 рублей. Подлокотники этого дивана тоже мягкие. Сам тоже диван достаточно упругий. Размер вам покажу на экране. Также цвет попытаюсь передать. Он такой бледно-коричневый. Мой любимый диван в магазине — это диван Николетти. Очень много на него хороших отзывов. Стоит он 750 рублей. Размерчик я вам покажу. Это один из моих любимчиков. Как вы видите, цена идет без накладок. Тоже многие писали в отзывах, что накладки на липучках. Вы не говорите. Да, эти накладки, они идут на липучках. И мне кажется, это очень удобно. И получается, можно поставить на эту накладку чай и кофе. И какую-то поставить тарелочку. Стоит эта накладка дополнительно 28 рублей. Соответственно, этот диванчик вам обойдется с накладками 778 рублей. Цвет такой бежевый, очень красивый. Сейчас в комплекте идет 2 подушки, раскладываются как диван-кровать. Следующий диванчик — это Николетти, только он идет угловой. Он более таком коричневого, бежево-оранжевый, что ли, цвет. Обойдется он вам в 1028 рублей. Это без накладок. Про накладки я уже вам рассказала. Они 28 рублей. Размер диванчика также я вам покажу на видео. Можете зафиксировать, установить видео и ознакомиться с размером. Просто замечательный, мне кажется, цвет. 3 подушки идет в комплекте. Рядом стол трансформер, 159 рублей этот стол трансформер. Много в каких магазинах представлен, я уже не буду на нем останавливаться. Пройдем дальше, посмотрим, что у нас тут есть также по скидочкам. Такая софа Моника, 431 рубль обойдется вам эта софа. Есть также накладочка по желанию. И такая веселая расцветка в стиле Нью-Йорка. 431 рубль, пожалуйста. И эта софа ваша. Следующая классная, очень классная расцветочка дивана. Нью-Йорк, смотрите, какой синий, очень красивый синий. У него получается, что подлокотники из эко-кожи.
947 рублей. Цвет очень красивый. В комплекте 5 подушек. Он раскладывается как еврокнига. Ну и большой подлокотник также имеет накладку. Покажу вам этот диван издалека. Красивый диванчик и приятная цена. Также есть и такого коричневого цвета Ричи, угловой. Также он угловой, тут 3 подушки идет в комплекте. Размерчики вам также покажу. Для тех, например, кто плохо воспринимает на слух, 500-664 рубля обойдется вам этот диван. Окна, конечно, свет чуть-чуть отражает, поэтому на самом деле он глубоко такой коричневый цвет. Даже не могу, камера немного не передает этот цвет. Он насыщенно коричневый. Есть, смотрите, и банкеточки. Классика, мягкие. Крышка откидывается. Можно такую банкетку приобрести за 139 рублей. Размер 101 на 36 на 42 сантиметра. Вот такого цвета она. Вот ее можно поднять. Я подняла. Еще какие-то вещи хранить дополнительно. Она идет не на колесиках, а на таких вот, как вам показать, тут ножках. 4 ножки имеет. Такой цвет, даже могу вам сказать, это не коричневый, светло-коричневый, можно сказать. Вот диван там темно-коричневый, а тут такой светло-коричневый цвет. 139 рублей. Ну, еще вот пару диванчиков вам покажу. Это диван, диван без приставки. 685 рублей. Он в таком светлом цвете. Размер я вам покажу на экране. Диван этот Аризона. Имеются накладки. Накладки тут нам будут чуть уже, поэтому они будут стоить 27 рублей. На каждую сторону. Поэтому это плюс еще 27 рублей с накладками. Вот. И диван Престиж, наверное, один из самых тут дорогих. Это 1353 рубля. Он очень большой. Я отойду подальше, попытаюсь вам снять с предыдущим. Вот сравните, он больше. Сейчас размерчик также я вам покажу. Накладки мягкие. У него особенно у кого дети. И подушки не снимаются. Это тоже очень удобно, считаю. Это, на мой взгляд, размер этого дивана вы видите на экране. И он идет в таком темно-сером цвете, очень практично, мне кажется. Замечательный диванчик, очень удобный. Еще хотела отметить, что в многих диванах у Ами Мебель там колесиков нет, поэтому, ну, имейте это в виду. Еще вот последний, наверное, диван, который вам покажу, Серджио, 846 рублей. 89 рублей стоит приставка на него в виде столика. Он идет в таком бежевом цвете, угловой. Размеры сейчас вам также покажу на экране, увидите. Размеры чуть бликует, вот камера сфокусировалась. Ну, неплохой размер. Поменьше гораздо предыдущего дивана, ну, соответственно, цена меньше. Полка Соло 179 рублей размером 760 на 1840. Очень неплохая полка.
такой цвет белый прекрасный. Еще, наверное, покажу вам кровати. Матрас обойдется вам на эту кровать 99 рублей. Матрас Актив и кровать Лиза. Размер также вы видите на экране. Сейчас хотела вам еще показать кровати. Матрас Актив 99 рублей обойдется. Кровать вместе с шуфлядками внизу. Две шуфляточки имеются. 225 рублей. Называется Элиза. Размеры также я вам покажу на экране. Следующая кровать Прималюкс. С подъемным механизмом она идет. 399 рублей сейчас она стоит. Подголовник кровати мягкий. В таком светло-коричневой расцветке. Также имеется матрас. Матрас обойдется вам 269 рублей. Кровать 399. Размер кровати 213 на 169 на 100 сантиметров. Имеются тумбочки за 79 рублей, маленькие прикроватные. И кровать Империя Люкс. Империя Люкс 503 рубля обойдется. Попробую вам показать размер поближе этой кровати. И имеются также матрасы. Матрас 269 рублей, он по акции сейчас идет. 1600 на 2000. Также покажу расцветку этого матраса. Ну, есть еще пару кроватей. Кровать Николетти. Изголовье кровати будет из эко-кожи. 445 рублей. Матрас маленький Актив приставлен, который слева 199 рублей. И справа матрас размером 80 на 200 189 рублей. Возможно, кому-то еще пригодится такое зеркало в интерьере. Оно вам обойдется в 109 рублей. Оно идет по скидке сейчас. Акция лета. Рама этого зеркала в темно-коричневой расцветке цвета венге. Вам хочу показать Кёльн, такой комод. Он обойдется вам 259 рублей. Размер вы видите на экране. Он в темно-коричневой расцветке, 4 шуфлядки посередине. И справа и слева имеются такие полочки в темно-коричневой расцветке. Следующий также в темно-коричневой, 179 рублей. Из этой же серии тумба под телевизор. Справа и слева уже шуфлядки будут открыты. И имеется полка за 179 рублей из этой же серии. И шкаф-витрина 225 рублей. Размерчик сейчас я вам приближу, покажу на экран. Покажу внизу, какие есть шуфлядки. И за сколько много штор. 31 такая обойдется под бархат. Следующая 27, 17 рублей в двух расцветках. Много разных других. Покажу вам общим обзорчиком, чтобы вы имели примерно представление о ассортименте магазинчика. Следующая шторка нитки Джулия 22,50. Смотрите, как она сверкает прекрасно. Есть также и в белой расцветке. Они обе по акции 22,50. Следующая желтенькая 22 рубля. Такая красная 19. И желтенькая 22.
И за сколько штор по акции? Это за 17 рублей также. Зеленая и синяя вам показала. Есть вот и в розовой расцветке, в такой кофейной, бежевой. И темно-серой расцветочки. Эти шторы размером 140 на 260 сантиметров. Сейчас хотела вам показать двухсторонний комплект постельного. Три в одном, подушки такие и покрывала. 159 рублей. Размером 220 на 240 сантиметров. По акции лета. Есть подушки многофункциональные. Такая подушка вам обойдется в 55 рублей. Есть в этом магазине в одной расцветке. Я нашла очень много пледов. Такой плед вам обойдется 57 рублей, 195 на 220. Следующий 47-20, 200 на 220, 180 на 243, 60. Следующее 200 на 220, 59 рублей. Акция сейчас мелкие гелевые, также производство Китая, набор для рисования 8 рублей. Так, сейчас, наверное, переверну, покажу. Должен быть указан состав этого набора. Можете остановить и прочитать, что в него входит. Я как-то показывала, продавался он, этот набор, в магазине «Светофор». Ну, это, наверное, самая сейчас выгодная цена, всего лишь 8 рублей. Такой наборчик. Смотрите, какие прикольные подушки. Подушки-коты декоративные. Очень длинные такие, мягкие они. 39 рублей, вы уже видели. Такие превосходные подушечки есть и декоративные совы. Крайняя слева за 59 рублей. Такая сова вам обойдется в 65 рублей. По акции лета также сейчас есть подставка под ноутбук. Как вы видите, она есть в двух расцветках. Такой молочный цвет и коричневый. 55 рублей обойдется вам такая подставка. Есть в продаже и лампы настольные. Вот две штучки. Это беленькая лампа настольная размером 15 на 55 сантиметров. Есть такой вот выключатель, 67 рублей. И следующая, более бюджетная, 28 рублей. Имеется такая кнопочка. И смотрите, есть лампа соляная. Такая вам лампа обойдется в 33 рубля. Она работает от розетки. Лампа кольцевая блогер, 27 рублей обойдется вам такая лампа. Ну, это очень неплохая цена. 27 рублей, так они раньше 37. Ну, более-менее устойчивая она. Есть также маленькие, 19 рублей. И хотела бы пройтись по стульям. Кресло компьютерное, смарт белое, также есть и черное. По акции сейчас 99 рублей. Спинка из пластика, мягкая. Сидушка из эко-кожи. В принципе, легко ухаживать. В черной и белой расцветке 99 рублей. Есть и большие компьютерные стулья. 302 рубля 40 копеек. Есть за 279 рублей. Также за 405 рублей такие черные, 449 рублей. Сейчас вам покажу поближе. Вот такие стулья, все стулья эти на колесиках. И покажу также вам и обеденные стулья. Есть за 79 рублей стул «Лондон». Есть он в четырех расцветках. Видите, розово-зеленый, бежевый и это темно-коричневый.
Следующий стул это Ричи, серый и темно-коричневый. Тут, конечно, бликует немного свет, поэтому попытаюсь поближе подойти, чтобы вы поняли, какой это цвет. Темно-коричневый, вот такого плана. Всего лишь по акции 67 рублей. Вот есть и бежевый. Также в эту цену. И стулья Харли 49 рублей. Рублей стоит такой стульчик. И пластиковые наподобие Харли 39 рублей. Это написано, что лучшая цена. Сейчас посмотрю общим взглядом. Магазин, видимо, только представлен в белом цвете. Надо будет набрать продавцам, узнать, в каком цвете они также есть. Но цена превосходная. 39 рублей – это недорого. Этот стул из пластика, ножки из дерева, внизу крепление из металла. Шезлонг 79 рублей. Он такого лимонного цвета, зеленый, написано шезлонг. И есть с подушечкой 129 рублей в коричневой расцветочке, пластиковые ручки. В предыдущем были ручки металлические. Стол сейчас тоже по акции, стол 69 рублей. Размер этого столика 60 на 60 на 70 сантиметров. Средний, не совсем он легкий. Средний такой легкости. Значит, хорошая цена и на кресло садовое 99 рублей. Возможно, кому-то пригодится. Обратите внимание, большой сейчас выбор. Качели 289 рублей. Качели вместе. Крыша есть такая в зеленой расцветке, на матрасник идет и металлическая основа этих качелей. Кто может уже покупал, расскажите свое мнение о данных качелях. Ну и по скидочке идет кресло подвесное 319 рублей, кресло садовое с красной подушкой внутри 319 рублей и кресло для любителей рыбалки или посидеть в саду, может, 29 рублей обойдется вам такое кресло складное. Ну, на этом, ребята, все. Не забывайте подписаться на канал Будни Нади, чтобы не пропустить скидки в магазине Ами Мебель, в магазине Фикс Прайс, Три Цены и других магазинах. Всем пока-пока, до новых встреч!